Итак, ребят, всем привет! Сегодня у нас 31 марта 2019. И мне сегодня захотелось вам показать и порассказывать насчет погоды. Я взял с собой наш любимый пирометр. О, вот так вот видно хорошо. Минус 14. Плюс 15. Ну вот так вот на улице где-то плюс 15 сейчас и есть. Итак, ребят, всем привет! Сегодня у нас 31 марта 2019. На улице, блин, жара прям сильнейшая, прям жарко-жарко, офигенно. И мне сегодня захотелось вам показать и порассказывать насчет погоды. Что же сейчас за погода? Реально, 31 марта, еще там пару дней назад был снег, а сейчас наступила вот такая суперская весенняя погода, ребят. Я вообще в майке стою, сейчас покажу вам людей, кто там на коньках катается, на роликовых, кто на чем. Классное тепло пришло. Я бы даже сегодня мог бы и куда-нибудь на речь сказать, может быть, искупаться. Сейчас я вам сяду и покажу температуру по термометру, ребят. Сколько, какая есть. Сейчас вы со мной сейчас сядете и посмотрите. Я взял с собой наш любимый пирометр. Вот давайте замерять. Плюс 23. Температура асфальт, надеюсь, вы видите. Небо. Минус 13 показывает. Сейчас в другую сторону снимем, секунду. О, вот так вот видно хорошо. Минус 14. Минус 16. Еще раз асфальт. Плюс 24. Ну, жара. Машины, если замерить. Плюс 25 на металле машины. Плюс 34 был, плюс 29. Очень жарко, ребята. Очень круто и жарко. Так, здание. Плюс 15. Ну вот так вот на улице где-то плюс 15 сейчас и есть. Сейчас я вам покажу кое-что. То есть ветерочек дует. Покажу окружающих людей и кто как раздет и какая сейчас температура. Вот смотрите. Сейчас я вам немножко приближу, а вы посмотрите. Вот такая вот жара. Бегают люди, отдыхают. Кто там на роликовых коньках катается, кто на чем. Вот такая вот погодка у нас наступила. Вот реальная весна буквально наступила за несколько дней. Хотя я думаю, конечно, будет еще и холодно. Потому что в апреле бывает и снег. Но в данный момент реально тепло. Знаете, вот я был когда-то в Европе. В Европе было жарко, но не всегда. А здесь прям сейчас и дождливо было, или по-разному. А здесь вот такая сейчас замечательная погода, ребят. Класс, да? Теплота. Люди ходят, все пораздевались. Ну вот, просто вам такого немножечко позитивчика решил показать. А, температура, давайте, кстати, замерим сейчас, секунду, еще раз. Так, 15 показ. Ну вот это реально температура сейчас. 19 кирпичи. 20 асфальт. Ну, вот такая погодка у нас. Интересно наблюдать, конечно, за людьми. Ну, мы издалека, как бы, я не хочу там никого афишировать. Просто поснимаем. Посмотрим наш Арбат. Так называемый. Вон некоторые вон, вообще, можно сказать, раздеты, в одних майках гуляют, ходят, да? Кто как. Ну, вот такая вот красота, ребят.
Так, сейчас я вам еще вот отсюда покажу. Ну реально, реально жара. Вон люди ходят здесь, он везде, гляньте. Гуляет повсюду, реально тепло. Классно, здесь ветерочку ждут, конечно. Я окно закрывал. Здесь ветерком, но шикарно, шикарно. Лет начинается. Отличная погода. Катаемся в Липецкой области. Такое познавательное видео. Всем пока и удачи!